Приветствую вас, мои друзья и гости канала. И вы опять сейчас просите меня: Макс, куда ты приехал и зачем ты приехал? А я приехал вам показать хорошую квартиру, правда, в черном варианте. Но квартира 58 квадратных метров, вся площадь полезная. И с этой квартиры много чего можно придумать. И у нее цена хорошая. Цена, блин, просто классная. Давайте посмотрим с вами, а то вокруг да около ходим. Итак, квартира, да, вход, понятно. Здесь гардеробная, тоже понятно. Здесь санузел, тоже понятно. Ничего несущего нет, поэтому можно обыграть. Тут же мы с вами заходим и понимаем, что у нас просто большой черный квадрат Малевича. Но, ребят, как видит планировку застройщик и как распланировали квартиры именно жильцы, которые купили квартиру в этом доме? Смотрите, раз-два, две спальни, это место кухня-гостиная, гардеробная, да, как вы догадались, там уже получается у нас стиральная машинка стоит, и тут мы заходим с вами, мы видим с вами вот такое вот сооружение, смотрите, это тоже как бы небольшое прихожее, кухня-гостиная и две изолированные спальни. Конечно, кто-то может распланировать по-другому, может быть, кому-то так и не нужно, да. Мы видели уже квартиры аналогичные, где просто у нас брали и одну спальню оставляли без окон. Можно сделать, чтобы две спальни были с окнами, но кухня-гостиная была без окон. В общем, на ваше усмотрение. Что касается вида, да, вид у нас идет на Батумское шоссе, на чайные плантации. Ну и, конечно же, могу сказать из преимуществ, это то, что здесь статус квартиры, это раз, парковка бесплатная, крытый паркинг здесь есть и, соответственно, открытый паркинг, да, придомовой, без доплат. В этом доме есть консьерж, в этом доме находится на первом этаже магазин «Магнит», здесь же есть рядышком столовая. В общем, можете купить все, что угодно и как угодно. Я считаю, что эта квартира более чем достойная. Конечно, многим хочется, чтобы не было вот этих вот непонятных столбов, чтобы не было еще чего-нибудь. Но, ребят, такие квартиры становятся дороже в разы. Эта квартира продается всего лишь за 4 миллиона, ой, извиняюсь, 4, за 3 миллиона 900 тысяч. 58 квадратных метров за 3 миллиона 900 тысяч. Каждый из вас может посчитать, сколько же это за квадрат. За квадрат это получается довольно-таки дешево. Можно договориться с застройщиком, чтобы он вам сделал ремонт. Можно сделать ремонт своими силами. Можем вам дать определенных людей, которые вам это все возьмут и организуют. Вот в доме есть газовое отопление, да, персональное газовое отопление. Огромный привет Альпики Групп. Они до сих пор не могут до Москвы подключить газу. Так вот, здесь есть газовый котел, который подключен, который уже наработает. Здесь есть электричество, которое хватает на все квартиры. Здесь же есть центральная канализация. И здесь много чего есть. И поэтому я со своей стороны, я все-таки рекомендую присмотреться к данной квартире. Ценник гуманный, 3 900. Хорошая цена, я считаю, прям просто изумительная цена. Можно, еще раз повторюсь, распланировать все грамотно. Можно сделать просто все супер. Посмотрите, да, как вот планируется, да. Вот они там и гардеробная делается, да. И отдельно там постирочная, и кухня-гостиная, и две спальни при желании. Можно же сделать немножко по-другому. Все зависит от фантазии вашего дизайнера. Что касается дома, дом нормальный, не проблемный. Снаружи он красивый, сделан. При закрытых окнах здесь тишина и спокойствие. В общем, все супер. Поэтому, ребят, если вдруг понравилась данная квартира, обращаемся, помогу вам приобрести. Сразу говорю, в этом доме я продал одну квартиру, которая была с ремонтом, 114 квадратных метров за 7500. Но там было только всего лишь таких два окна и была глухая. Купили вторую квартиру, я хотел забрать себе, но опоздал. Поэтому здесь то же самое. Здесь кто первый купит, того и тапки. Мне все-таки эта квартира тесновата. Я хочу не менее 80 квадратных метров для себя. Не меньше 80. Потому что все-таки есть планы там расширяться с семьей и так далее. Но те, кто, у кого есть, не знаю, там потребность переехать в Сочи и не хочется много переплачивать, тем более, если у кого-то ипотека и так далее, я рекомендую присмотреться к данной квартире и к данному жилому комплексу. Лично мне здесь все нравится. А теперь, ребят, всем пока, всем спасибо за просмотр. Если вдруг понравился объект, да, понравилась квартира, обращаемся, помогу вам приобрести эту квартирку.
уже одним клиентам в этом доме я помог приобрести, и они довольны. Я думаю, я возьму у них отзыв, пускай они возьмут. И, конечно, они у меня стесняшки, но я думаю, они возьмут и оставят отзыв, чтобы понимали, что это не фейк, что это все реально и так далее. И здесь вот я сколько пообщался, не видел ни одного человека, чтобы он был недовольный. Все довольны этим домом, этим застройщиком и так далее. Все, ребят, это ваш шанс. Пока.